связывает, да не все. Дело в том, что если я попросил госпожу Главарь заменить баронессу в беседке. Что вы сказали? Повторите. Это я попросил госпожу Главарь заменить баронессу в беседке. Это правда? Правда. И ничего, кроме правды. Негаш, вы чудесный человек, вы потрясающий человек! Я не понимаю, почему вы так обрадовались? Уж не ревновали ли вы? Я ревновал, что вы. Я беспокоился за судьбу. Золотого запаса? Напрасно беспокоились, господин советник. Я выйду замуж только за своего соотечественника. Но, к сожалению, здесь, в Париже, все мои соотечественники уже женаты. Единственное, а я? Ах, да, нет. Будет хороший женатый. И мой соотечественник. Может быть, вы согласитесь стать моим мужем? Я? А он? Ани, а вы? А я буду рада отдать руку и сердце на благо Родине. Вы? Мне? Главное дело, ущипните меня! Не сон, конечно, не сон. Только наяву может случиться подобная нелепость. Вы довольны? Вполне. Милица! Что случилось, дорогой? Ты отвечала на ухаживание Виконта де Каскада. Он сам признался мне в этом. Я развожусь с тобой. И женюсь на госпоже Главари. Дорогу, старая развалина. Что? Я личность неприкосновенная. Сейчас станешь прикосновенной. Пустите меня! Не держите меня! Господа! А? Что с вами? Нет. Господин посол, поздравляю вас и себя. Я спас нашу родину. Я. Негр! Ура мне! Пейте, господа! Черт без смерти! Да здравствуй шампанское! Я женюсь на Ганне! Что? Главарь? Она меня любит! Вот, граф набил дверь. Поняла! Скажи честно, хочешь ли мёд? Потом. Мелочь мне. А вот и моя жена. Не слушайте его. Он пьян. Не слушайте его. Он глуп. Госпожа, я люблю вас. Всех сокрушу. Госпожа Главарь, дайте вашу ручку. Господа, я право польщена. Вы все меня любите? Да. И все хотите на мне жениться? Да. Да, Данила, а вы? Нет! Я чертовски устал сегодня и ухожу спать. Одну минуточку. Господа, считаю своим долгом рассказать некоторые подробности завещания, оставленного моим покойным мужем. В случае нового замужества я лишаюсь всех своих миллионов. Это правда, Ганна? Правда. Ганна, я люблю тебя. Нет, мою руку. Дай мне твою руку. Возьми. Значит,